Друзья, здравствуйте! К огромному сожалению, под конец этой недели мы получили очень печальную новость из мира российского шоу-бизнеса. К огромному сожалению, все закончилось скоропостижным уходом легендарного российского и советского актера, артиста, который воплотил сотни ярких ролей. Вы, конечно же, поняли, что мы говорим о Борисе Невзорове. И вот, к сожалению, после того, как эта печальнейшая новость пришла в России, стало известно о тяжелой мировой утрате. Дело в том, что навсегда ушел лауреат премии «Оскар», один из самых востребованных в мире монтажеров и специалистов в сфере кино. Это Дэвид Бреннер. Вести о его уходе рассказали сегодня во всех главных мировых СМИ. Причин произошедшего не называют. Однако известно, что за свою творческую карьеру он участвовал в создании таких картин, как «Послезавтра», «2012», «Пираты Карибского моря», «Бэтмен против Супермена» и еще множество других легендарных лент. И вот сегодня пришла эта печальная новость. На нашем канале каждый день мы говорим о судьбах популярных людей. Не забывайте подписываться и берегите себя.